Члены профсоюза на городской конкурс «Чучело масленицы 2018» выставили свою коллективную работу. Они выступили в поддержку российских спортсменов, которые из-за допинговых скандалов не смогли принять участие в зимней олимпиаде в Пхёнчхане. Чучело олицетворяло Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство. Конкурсанты предложили не смешивать политику и спорт, но в своем выступлении заключили: «Намотай себе на ус, вам поможет профсоюз».